Так, ребят, смотрите, проходим. Аккуратненько, Некит, смотри, сейчас пройду. Прошел! Изи, братан! Всем здорова, дорогие друзья, с вами по-прежнему Оверикус, и сегодня мы будем проходить адскую тропу смерти в скрап-механике. Всем привет, ребята! В общем, друзья, карту нам скинул подписчик Сергей, мы говорим ему огромное спасибо. Карта получилась нереально длинная, прикольная, я надеюсь, что сложная. Некит, предлагаю уже сразу начинать, братан. Давай, смотри, у нас тут кнопка есть, которая включает вот эти Мы сами, короче, препятствия включаем, да? Неплохо. Ладно, давайте, ребят, попробуем пройти. Так, а чё, смотри, какие-то собаки стоят. Похоже на каких-то соники, какие-то акулы, пираньи, что-то ежики какие-то непонятные. Собаки какие-то стоят. Ладно, погнали. Ну, у нас собаки, 2018 да, год собаки, да, я упал. Ай, блин, упал. Я упал, самое главное, чекпоинты здесь есть, все продумано, и будем сейчас проходить, брат. Стой, а чё у меня не прыгает? Давай. Короче, ребята, Некит еще хастанул карту, и у меня, короче, не прыгает вообще ничего. Так. Да, по кайфу. Да, все, Некит. Блин, у меня реально не прыгает персонаж больше одного раза в сутки. Да, это нормально. О, сутки? Прыгнул. Это быстро. Ты представляешь, это, он прыгнул. Это частота обновления прыжков очень велика. А как проходить-то, брат? Ну вот как мои записи. Это жесть. Нет, я вообще про эту карту говорю, а не то, что лаги. Это мне не важно. Я и так жесткий, я и с лагами прыгаю. Тут надо, получается, блин, капец. Именно перепрыгивая вот эту железную штуку. Вот, нет. Надо все быстро. Вот так надо делать и просто прыгнуть дальше потом. Ну да, так-то тоже можно, да. Вот. Слушай, ну вообще. Я почти попал, братан! Сбоку пройти и все, и больше не париться. Так это неинтересно, братан. Это ж нечестно. И что? Надо нормально, братан, проходить, чтобы было много пота, много крови. Кстати говоря, можно просто. Блин, я забыл, что она ошибается. Чё, да? Я думал, просто постою, короче, в конце. Не-не-не-не-не. Как бы подожду. Ага, конечно, так, нифига себе. Некит, чё ты захотел, братан? Не думал. Ребят, это реально сложно с лагами проходить. Да капец меня пингует, братан. Да мне без очень лагов жестко. Тут по... Да ты просто нубасик, как бы, понимаешь? А мне с лагами сложно пройти. А ты димасик, и что дальше? Да, я обычно, ребят, прохожу такой, я бы уже прошел. Именно. Блин, господи, я реально уже прошел бы. Я вот тоже прошел, если бы вот у меня были лаги, блин, вообще, я не знаю. Мы уже привыкли, ребят, что я без лагов, а Некит с лагами. И все, как бы уже все привыкли проходить. Все, у меня реально не прыгает два раза. Я не знаю, что за фигня. Так. Да, я не знаю, он у меня не прыгает, ребят. Аккуратно. Смотрите, раз, два, три. Вот сейчас как-то с задержкой прыгает. Так, да почему он не прыгает, идиот? Ай, блин, упал. Ну, Некит, реально, почему у нас такой пинг дебильный, а? Ну, пожалуйста, пройдись. По кайфу, блин, я не знаю, да, реально, вот пройдись, господи, пожалуйста. Это невозможно, я тоже пытаюсь, брат. Блин, пройти, я не могу это пройти. Я не знаю, почему ты до сих пор не прошел, братан. Если бы у меня прыгал персонаж больше двух раз, я бы проходил. Да, было бы. Он не прыгает у меня! У меня бомбит! Мне прям перегорает. Я прошел. Хорош. Теперь я тебя жду, давай, братан. Да, ну у меня, я не знаю, с такими лагами я 2 часа буду проходить. Так, братан, все, короче, я прохожу. Я не знаю, я смотри, встал вот на этой спиральке. Сейчас попробую пройти. Осталось чуть-чуть, вот она сейчас докрутится, братан. И я сразу бегу туда вперед со всей дури, смотри. Я побежал. Давай. Да ну. Так, ребят, смотрите, проходим. Аккуратненько, Некит, смотри, сейчас пройду. Прошел! Изи, братан! Фух, не почувствовал вообще. Братан, на самом деле. Сколько ж я тебя отлично ждал? Ё-моё, не почувствовал. Проходим, нам сколько минуту ждал, я не знаю, 30 секунд, может, быстро я прошел. Так, погнали, да? Ой, спасибо, Некит, что меня блочишь. Сори, брат, огромное, извини, огромное пожалуйста, спасибо, пожалуйста, братан. Все, я прошел. Так, я жду, пока давай, она активируется. Я тебя жду еще 2 минуты. Так, вот оно активировалось. Ага, понятно, короче. Так, блин, еще братан, разочек. Ну... Я тебя подожду пока что, ну потому что, ну тут не особо сложно на самом деле. Так мне я с пингом тут вообще на изи пройдет. Так я прошел. Вот тут реально, тут да. Ничего я такого прошел, братан. Нет, это все, давай, братан, погнали дальше. Спасибо. Так, нам надо вверх. Я упал, вот брат. Сейчас. Ты меня сори, опять столкнул. Извини. Спасибо, что сталкиваешь, извини, братан. Извини, так, извини, да, я первый, а ты за мной и не толкайся давай. Вообще. Ага, все, можешь начинать теперь. Вот так по очереди будем, ребят, проходить. Реально бомбежка уже пошла. Но это лаги, это просто лаги, братан. Это просто лаги, и ты кнопку хоть бы нажал, братан. А. Ага. Понял. Да, да, да. Понял. Теперь я понял. Просто изи. А это, блин, это я помню, на телеке такая была. Были такие большие гонки или как-то там было такое. Как это сложно. Это сложно. Тихо, я падаю, братан. У меня плюс еще лагает, я вообще никогда не пройду это.
Фух, блин, ну это сложно, реально, братан. Опа, мне, слушай. Блин, тебе будет достаточно сложно это пройти спингом. Да. Смотри-ка, ё-моё. Да, такой... достаточно сложно, братан. Хорош, хорош, вот так хорош, вот, братан. Ребят, делаются дела. Врубай. А вот это как? Блин, реально это просто... А вот это мы не пройдем, брат. С первого... Чего? А как ты? Просто прямо бежал? Немножко, немножко направо повернись и проходи. И, в принципе, проходит вообще достаточно легко. Да. Все, ребят, сейчас пройду. Блин, прикольно, прикольно. Но если бы еще не было лагов, ребят, я бы прошел это вообще очень быстро. Оп, все, отлично. Хорош, братан. Так, что у нас здесь? У нас следующее препятствие. Так, тихо, вырубаем. Ё-моё. А вот здесь мы надолго, полюбасу, просто полюбасу. Ё-моё. Что это такое? Ой. А оно, по-моему, мимо... оно, по-моему, сквозь меня проходило, братан. Блин, нет, нет, смотри-ка, я вот сейчас попробовал. Там надо как-то, знаешь, раньше встать чуть-чуть. О, нифига ты, Некит. Блин, почти пошёл, походу, почти. Некит, тут так и надо, походу, проходить, братан. Как, вот чисто быстро, пропрыгнуть, да? Да-да-да-да, но у меня глючит, у меня же не прыгает быстро. Мне надо, прошёл, мне блин, надо прыгнуть, жестко. Некит, и в воздухе нажимать, блин. Походу, на пробел. Да, понял? Я понял уже. Блин, я не знаю, как это делать. Давай, брат. Ну, может, не, в принципе, не, мне не, кажется, не, останавливаться не вполне себе возможно такая тема. То есть, там, в принципе, ну... Да я не знаю, оно не прыгает, брат. Просто не прыгает. Да блин! Я вот тебе о чем и говорил. А ты говорил, я не умею прыгать. Да ты и правда оно не умеешь. Оно вообще не прыгает, когда с пингом. Да ладно, ребят, Некит-то не умеет. У меня просто не, ну, не дает мне игра. Я сейчас это... Ой, да. Смотри, как меня откинуло, видал? Жестко, вот это да, ребят. Ну, карта просто шикарная. Да блин, да. Я не понимаю, это прикинь жесть. Прикинь бы это было в реальной жизни просто, так понимаешь? Есть же такое в реальной там... жизни. Ну, то, что на телеке. Чуваку... Нет, вот именно такого-то вряд ли. Ну, есть. Такое типа... же, это... Да, это все с реальной жизни украли. Все чисто прям вот такое есть, да. И там у них получается какая-то грязь, и они падают в эту грязь, их шарики. Ну, они мягкие шарики. Все, я прошел, братан. Ой, хорош, братан. Так, что здесь у нас? Ты, блин, так-то это потный. Я же говорю, ты просто прыгать не умеешь. Уршни, блин. Ты бы это не прошел. Ай, допрыгнул. Я просто прыгать не умею, брат. Да, да, понятное дело. Смотрите, ребят, даже с пингом, даже без пинга не может. Зачем? Почему? Да не прыгнул! Он просто у меня не прыгнул, когда я нажал. На первую, кстати говоря, можно даже, когда она поднята. Да, но у меня не прыгает быстро, брат. Да, я не понимаю, я останавливаюсь, он бежит дальше. У меня просто пингует, ребят, жестко. Да. Раз. Да, печаль. Давай. Два. Сколько раз я, ребят, за серию пожаловался на пинг? Скажите, пожалуйста. Ну вот, а еще на меня потом не умею. Я просто прыгать не умею. Да почему? Оно меня что? Скидывает! Как? Я на месте стоял! Я не двигался вообще! Как оно меня скинуло? Опа! А, там надо подождать, пока оно поднимется? Давай. Все, поднимается, да, смотри. Поднимать. Давай, прыгай. Не прыгает! Не прыгает на кнопку! Я нажимаю, оно не прыгает, ты понимаешь, Некит? Просто не прыгает. Все, я запрыгнул. Так, давай, поднимайся. Все! Отлично! Хорош, так, хорош, что братан, у нас теперь вот здесь? Осталось я нажал. Совсем немного. Смотри, ой, оно что глючит. Что это такое? Оно само глючит. Что это такое? А, тут опять прыгать надо, братан, а у меня глюки. А я не пропрыгаю. Ты понимаешь, сколько тут прыгать? А я не смогу пропрыгать, вот это да. Самое. Я не смогу, я даже, блин, на первый даже не могу. Потому что ты меня задел, братан. Ну, кстати говоря, тут вполне себе возможно тебе пропрыгать, потому что... Нет, ну, тут, глючит, в принципе, глючит. Глючит. Да, у меня, кстати, тоже глючит что-то. Ой, жестко прям почему. Вообще, ребят. Может, это карта еще, знаешь, как пингует сама? Блин, шибло, понимаешь? Шибло. Просто шибло. Шибло. Может... Можно, кстати, вообще по таймингу подпрыгивать и... Да-да-да, но у меня не нет, получится это прям по таймингу. Очень сложно. Из-за пинга. Даже у меня не получается, я не знаю, блин, как его. Блин, господи, вырубать. Как это долго. Ты братан, сам... даже если, мне кажется, эти штуки вертеться штука. Не будут, я не пройду. У меня будет пинговать, я буду падать. Ну давай вот это протестим, давай вот реально попробуем. Погоди, погоди, штуки, я пока что, так. Вот с ними пока нереально сложно. Вот ну реально, давай, прям ты выключил. Нереально. Потому что, в принципе, тут допрыгивать, ну, я думаю, даже тебе с пингом вполне себе возможно. Так, тихо. Ну, смотри, вот так вот прошел. Смотри-ка, я тоже прошел. Ну-ка, погоди. А блин, ты не прошел, Некит. Я упал. А я прошел вот так вот. Бам, бам, бам. Будем с палкой проходить, братан. Давай попробуем. С палкой вообще, ну прям. Ну давай попробуем. Да, давай. Давай, ребят. Давай только я сначала без палки пройду. Четыре попыточки. Да ладно, короче, ты там прошел. Давай. Четыре попыточки, если не получится, то как бы пофиг.
Кстати, а до этого мы все препятствия ни одно не пропускали, да, братан? Да, кстати говоря, это так, странно. У меня осталось две. Братан, у меня осталось две. У меня... Блин. Все. Нет, у меня, короче, осталось тоже две. Последняя, братан. Так, раз, два. Ага. Нет. Да, блин, почти. Я спингу... Все, братан, попытка. Я у меня последнюю я потратил. Ну, давай еще пятую попробую. Да, нет. Блин. В общем, ребят, в принципе, выкидывает. На этом можно и закончить ролик. Мы прошли абсолютно все препятствия, кроме последнего. Ну, его мы как бы тоже прошли, но наполовину, ребят. Ну, просто если б не пинговало, ну и все такое, мы бы, конечно, может, постарались пройти. Но, в общем, друзья, особо не бомбите в комментариях, а лучше поддержите нас. И давайте все помолимся, чтоб скрап-механики пофиксили вот этот жуткий пинг. Ну, а на этом мы с вами прощаемся. Если досмотрели ролик до конца, напишите в комментариях слово «печенька». Это будет реально прикольно. Посмотрим, кто смотрит ролики до конца, а кто нет. Ну, а на этом мы прощаем. А на этом у нас точно все, друзья. Не забывайте подписываться на наши социальные сети. Не забывайте подписываться на канал и тыкать колокольчики, ставить большие пальцы вверх. С вами по-прежнему были Оверкус. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте и пока-пока. Пока, ребята.